А сегодня вам рекомендую группу Денчика Ашера. Здесь вы сможете найти определенные товары, которые вас могут заинтересовать. Конечно же, модификации, приватные их очень, кстати, много. И раздача аккаунтов. И, конечно же, мемасы. Все это есть в этом паблике. Ссылка где? В описании. Доброго времени суток, подписчикам моего YouTube-канала. С вами, как всегда, ваш любимый Тофик Дипсайс. Немножко, так скажем, предыстория для этого видеоролика. В общем, друзья, я находился в Балас, все было хорошо, мы играли, веселились. Но на грувах стоит мой очень хороший знакомый, ну, так скажем, это знакомый моего знакомого, который помогал на лидерке. И мне, короче, пришлось ему помочь. В принципе, он хороший человек, и мне ему не впадлу было помочь, ну, в принципе, я ему помогаю. В общем, но я находился все время в балласах. Объясню почему. Ребят, ну вам же не будет интересно смотреть реально АФК-тиры. То есть, когда, например, я снимаю, как 90 грувов насилуют 20-30 балласов. Просто в грувах находится дисциплина, состав, склад. А в балласах это полностью отсутствует. И, ну, это полная хуйня. То есть, и я пошел играть за баллас, потому что там, ну, как бы, ну, есть что снимать. Атмосферные видеоролики, то есть ржака, короче, вот, то есть, а в грувах реально нечего снимать, то есть, мое присутствие в балласах, то есть, когда я бегал на капотах, никак не повлияло на выигрыш территории, ну, Грув-стрит, вот, я находился в баллас, мы играли со скандалом, все было окей, и тут меня, короче, блядь, увольняют, только вдумайтесь, за непослушание, потому что, блядь, он якобы, блядь, якобы писал в чат, то, что все в главный дом, блядь, у нас кап, понимаете, у нас, блядь, кап идет, а 9 ранг пишет, все в главный дом. Понимаете, сука, такой дебилизм, потому что, блядь, ну, короче, банда помойка. Вот, и он меня уволил, я попросил администратора меня тпшнуть к нему, с ним поговорить, и это, блядь, привело просто ни к чему, после чего я созвонился с лидером Грув. В общем, друзья, давайте на этом видеоролике наберем 2000 лайков. Я надеюсь, ну, блядь, ну поставь, ну, мне будет пиздец приятно, пойми это, друг. Пожалуйста, поставь пальчик вверх. Друзья, вам всем желаю приятного просмотра. Я вижу. А, они не промахиваются, извини. Ёбана в рот. Тут ащер. Справа еще Саня. А ты умер уже Меня или нет? убили. Только что. А, я понял. Знаешь, сука, если бы они промазывали, я бы еще понял бы. А меня прикинь, я просто бежал на капт, и меня какой-то штрих уволил непослушание, понимаешь? Хорошая банда, нахуй. Стэн. Подожди, подожди, а за что ты уволил, блядь? Ну они меня просто взяли, уволили. Какой-то ебучий Стэн, нахуй, меня взял, просто так уволил. Че за ебланы? Вы вообще конченые, нахуй, балласы, блядь. Что вы делаете, нахуй? Лидер, блядь, ты где, нахуй? И за что ты меня уволил? Я попросил админа, чтобы он его тпшнул и просто узнать причину увольнения за непослушание. А в чем было непослушание? Он не хочет давать скайп, он пишет, мой скайп не имеет отношения к игровому процессу. Я сейчас спрашиваю, а в чем было непослушание? Старшина сказал, все в главный дом. Старшина ничего не говорил. В итоге стрельба на районе, поездка на теру. Ну а ты ничего не писал. Не дури мне в голосу. Короче, он не утверждает то, что там что-то, блядь, якобы писали в чат, то, что, блядь, не ехать на теру, все в главный дом. Что за поебота, нахуй? Просто я сейчас ему, блядь, даю два варианта, нахуй. Или он меня принимает, или я просто иду в Грув, блядь, и созываю всех своих подписчиков, и просто балас нахуй, блядь. Они и так, их и так ебут в жопу. А если я еще скажу всем сейчас, ребята, идите в Грув, блядь. Просто нахуй, они настолько охуеют. Принимаешь или нет? Нет, хорошо. Уважаемые мои друзья, пожалуйста, идите все в грув и ебите в сраку баласов. Потому что, ну вот, какой-то Стэн показался долбоебом и меня взял, уволил. Вот и все. Так что, друзья, пожалуйста, если вы хотите выебать баласов за такое плохое поведение. Алло, здорово. Честер, это, слышь, слушай, короче, а посоветуй мне, куда мне тогда пойти, кроме Баласа, куда, ну, где нормальные там капты? Потому что я, ну, я не знаю, что там в Вагасах творится, в Ацтеках и тому подобное. Ну, а в Ацтек, я думаю. А сколько там у них примерно лэн, ты не знаешь, кого они коптят?
Ну, у них нормально отстег вообще там. Человек, наверное, 60. Я понял. Ну, мне надо, наверное, против отстеков пойти. Вагасов. Вагасы там мало, да, получается? Вагасов, да, вообще мало. Я понял, я тогда Вагас пойду. Слышишь, Честер, а тебе же помощь надо, да, типа, какая-то? Ну, да, да. Я вообще на респе был, я тебе писал в ВК. Да? Я да, просто, я не чекал. Прочитал, ну, короче, я понял, я сейчас, ну, коптился, снимал материал тебе просто, короче, и меня взял, уволил какой-то стенд там, какой-то 9-й ранг балансе за какое-то непослушание, начал мне втирать то, что он там писал в чат, то, что все, короче, в этот, скажу, типа, в главный дом, типа, на теру не ехать, он меня взял, короче, уволил, и принимать он меня назад не захотел, я там сказал в видео, то, что, типа, все, короче, газуйте в грув и бейте балласов. Так что, если что... Ты так, давай тогда так, только договоримся с тобой. А, смотри, если будут приходить подписчики, да, мои, ты вот, ну, какие требования, чтобы ты их принимал? Там левел, блядь, скиллы... Третий левел и все. Хорошо, скиллы не важно, да? Скиллы не важно, третий левел и все. Там на скиллы я уже даю ганы, там все. Я... И на нарко даю денег, все. Да? Ты все им сам дашь, да? Хорошо. Да, я все сам даю. Просто, типа, я, ну, попрошу помочь, типа, ну, мне просто пойми, мне саму не в прикол, как бы коптиться, когда у тебя да, там 8, 80 онлайн, да, ты коптишься против 23 балласов, которые без склада еще так себя беспредельно ведут. Мне просто это неинтересно. Ну, сам пойми, мне надо какие-то эмоции выдавать стрельбу, а не АФК-теры фрактить. Так что ну без... вот, я тебе говорю, можно против отстек поиграть. Повоевать, если хочешь к нам, иди, у них нормальный онлайн, у них сейчас мясо там пиздец. Ну я пока тогда буду в Агасах посижу, а потом как у тебя будет семивар, я к тебе пойду, хорошо? Хорошо, хорошо. Все, Честер, я тогда прощаюсь с тобой, все, спасибо тебе большое, да. Давай, пока. Счастливо. Хочу сказать сразу составу Баласу, лидеру Баласу, я к вам никаких претензий, друзья, не имею, возможно, вы нормальный человек, вы, ну, нормальный, да? То есть, просто ваш 9-й ранг повел себя как свинья, взял, уволил меня, блядь, за непослушание какое-либо, нахуй. Вот. И меня это немножко взбесило. Так что, друзья, к вам у меня никаких претензий нет, вы не подумайте. Я ко всем людям нормально отношусь. Просто есть какие-то определенные свиньи, которые мне мешают. Вот. И этих свиньи нужно истреблять. А, вот. Если что, это 01 сервер, а не... На этом все, мои дорогие друзья. Если ты досмотрел данный видеоролик до этого момента, это уже конец, как ты понял. И я, значит, тебе симпатизирую, я тебе нравлюсь как ютубер. И, пожалуйста, братик, подпишись на мой ютуб-каналчик, просто кликни, а потом кликни на колокольчик, а потом еще нажми, типа, оповещать, там, все. Ну, короче, ты кликни на колокольчик, и там все поймешь. Вот. Большое тебе спасибо за просмотр данного видеоролика. Кто, друзья, хочет играть со мной вместе на Evolve? Я играю здесь на протяжении уже года, ну, все же, пора напомнить. У меня есть свой промокод, хэштег DeepSize. Кто хочет играть, при регистрации указывайте его и получайте 400 000 и X3 опыта. На этом все, всем спасибо и до скорого.